Что-то здесь очень светло, тебе не кажется? Что-то здесь очень медленно ходим. А это хорошо, наверное, это чтобы криповаться побольше. Ладно, в общем, всем. Вот так давай. Ладно, всем хаюшки, ребятки, давайте. Привет вам, в общем, у нас здесь... Ой, я тебе разбил лицо, прости, я разбил тебе лицо, дедуля. В общем... Барни. Thank you for playing. Все? Это конец? Воу. Нет, это походу старт. Зашибись, старт, конечно. И мы застряли. Опять ты меня насилуешь. В жопу надавал, деду. Прыгай, прыгай. Прыгай, уйди, уйди. Фу, задница твоя, уйди, убери. I see you, don't see me. А ты тоже нажал на кнопку, да? Да. Дурак, здесь нельзя это делать одновременно. Карта рассчитана на одного. Да? Да. Оу. Ты меня перекосил немножко. Все. Тебя не перекосило, у тебя нормально все? Ну, так это, да. Тоже, да? Сбоку. Встал на ноги. Так, стоп, давай я нажму. Давай. Да! А, один фипиш одновременно. Да ладно, блин. То есть... Это так не работает, да? Подожди, стой. Стой. Может, ты сможешь выбрать? Я сейчас, подожди, я вот так сделаю. Disconnect и... Connect, да. Вот, наверное, придется вот так делать. Дедуля, привет! О, все. А это что за кнопка? Свет, видимо. А, Y, Е, Г, Х, Ю. Код 2, 6, 4, 1. Неправильно. Как неправильно? 2, 6, 4, 1? Да. А где здесь 2, 6? У меня вообще тут H, A, U. Ой, нет. Я косанул немного. Нет, неправильно. А с чего ты взял, что 2641? Ну, написано вон, the code is 2641. А. Death went behind this door, don't know the attempt to unlock it. А если 1462? А, все, понял. Все, я понял. Врубай. Ну, врубил, да. А че? Догадался? Угу. Че за код-то? E, H, Y, A. И все. Ехил? Ехай какой-то. Ну, короче, это. Потом на видосе посмотришь. Хорошо, давай. Так. Чё за... Leave now. If hung... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Что это здесь? Это не то! Шоп. А! Твою мать. Уходите сейчас, они голодны. I'm rushing. О, ты выбил. Так, надеюсь, здесь за углом никого не будет. О, потрошки. Мне-то там хоть оставь потрошка. Не. Крыс. Ёстой! Сука! Обоссался, да? Пидорасы. У меня кирпич вывалился. О, вот он! Что, дверь? Кирпичная. Я забетонировал. Вот еще одна ведь. Вон потрошки, иди бери. А, вот эта хрень! Сука, ну и говно же. Тихо, тут это, чё-то тут это. Вон там хилка. Хочешь сходить до хилки? Я туда иду как бы. Без боя на шифт мы бегать можем. Да, я знаю. Это не хилка, это, короче, это ключик. Вон хилка. Я ключик нашел. Воу, сзади! Твою мать, это прыгуны. Так, осталось с мелкими разобраться. Они не дамажат, кстати. Ну, это да. Кстати, непонятно, почему они не дамажат.
У тебя может осветить? Не, а на той карте было то же самое. Так. Ну, значит, так задумано. Окей, у меня есть ключ. Видимо, это от той двери, которая... Ну, в начале там, помнишь, слева? Мы же дверь какую-то открыть не могли. Вот эту. Наверное. Вот. Теперь можем, наверное. Да, слушай. Прикольно. Вот это прикольно, вот это интересно. Что за... Светлячки какие-то. Так, Дэс, подожди секунду. Подожди. Сейчас я сенсивити... Чуть-чуть поболее сделаю, а то... Во. Слишком это... Я включу свет, видимо. Ага. О, оставь так. Сука! Я, блядь, чуть обосрался! Тварь! Вот это взвесило! У меня горло болит, ну. О, автомат. Нам тебе автомат. Не, у меня только что подобрался автомат. Какой автомат? СМГ. Да. Ну ты весело. Оу. О, анархическая. Иди возьми. Я так и знал, что такая подстава будет. Ну это было логично. Но почему именно так? Пошли вы нахрен! Где ты, тварь прыгающая? Она за меня, что ли? Жесть, честно. И все ради одной дубинки. Не надо было тебе брать. Кстати, о дубинке. Она сильно... Уйди. Она сильно очень бьет. Я забыл. Она их ваншотает. Ну вот их она не ваншотает, ладно. Но она очень сильная. Фу. Так, ладно, дубинка моя. Окей. Так, а здесь иди ты. Где ты там? Я тебя не вижу. Чувак, ты где? Я в другую комнату. Дура. Что-то я не хочу. Давай, там проверь. Давай. Нам надо показать, что там. До конца дойди до этой хрени. Ну блин, ничего, тебе ничего не серьезно. Фу, пронесло. Стой, Мэлерик Призен. Это, короче, place for you. Окей. Мы, короче, в тюрьме, и это место для нас. А, ты помнишь код? Какой код? 2... Smell you fear. 6-4-1. То, 6-4-1, давай. Хрен. Почему? Видимо, будем искать сейчас код. Короче, он, смотри, он нам пишет, типа, я чувствую твой страх, покорми меня. Ты чувствуешь пердеж, который я тут оставил, блин, после... После того вагона. 03, иди. Иди туда. Иди до конца. Чё? Чё происходит? Я вышел. Тут какой-то гад. Да, ты должен был сдохнуть как бы. А я пошел дальше. Сюда подпал. Твою мать, сука! Вот так себе. Где ты? Чуть тише. Блин, здесь, короче, это мама врачей пробежала, черная падла, блин. Ай, я чуть. Блять. Тихо. Да что ж такое-то? Так, тихо. Все? Все, хорошо. Иди первый. Не, давай ты. Так, хочешь туда сходить? Там, смотри, там потрошки. Там только потрошки. О, там револьвер. А, блядь, сука! Что произошло?
Ты что-то куда-то телепортировался? Кто-то там пробежал. Кто-то пробежал. Проходи, дура! В следующий раз за оружием пойдешь ты. Да. И чё? 25 код. 25? Да, мы узнали, что код. А там же еще какой-то был. Не, второй раз она не крипает, окей. 25, еще какие-то цифры были. 25-03 было. 25. Сначала 03, а потом 25, да? Да. Ну вот здесь вот, вот 03 и 25. Так. А, хорошо, дальше. Подожди, я думаю, что это не весь код. 03-25. 71. А! Сука! Падла. Короче, I'm watching you, окей, я понял. 03-25-71. Давай. Так, сначала 71, потом... 03-25. Потом 03, потом 25. Нет, 71-25-03. О, 71-25-03, окей. Иди первый. По стеночке заходите. Не, просто посмотри на Джимена. Посмотри на Джимена. Он такой, по стеночке. Всякие поезда ездят. Нужен кикает. Лайк, короче, требуется ключ-карта, пишет он нам. Это понятно. Я думаю... О, кафе Балтика. Нет, нам закрыто тут. Заходи. Я думаю, что скримера не мнем. Там вон опять анархический... Стой. Beware of the cursed hallways. Окей. Берегитесь проклятия. Давай. Иди. Так. Что-то появилось. Иди. Иди. Сука. Что? Не пугай меня. Иди. Уроды. А, стоп, я чуть вперед тебя не пошел. Иди. Мне кажется, сейчас мы зайдем ключ. В тупик. Иди возьми ключ. Чувак, нет, тут видишь, в чем проблема? Тут, мне кажется, вот это вот, тут как бы, да. Не знаю, да, иди возьми ключ. Давай. Ну ладно. Все. Взяли ключ, а теперь в каждом... А теперь, короче, сейчас на обратном пути, походу. Я был прав. Летающее говно! Что за говно? Это типа пилорамы эти, ну... Возьми эту дубинку свою электрическую. Да, она, кстати, с них, по-моему, с первого раза шоты. С двух. С одного, вроде бы. О, боже ты мой! Что? Сверху. Видишь, не зря дубинку взяли. Что за наркомания? Боже, блин! О, кстати, там что-нибудь есть? Или мы оттуда пришли? Нет, там ничего нет, и туда нельзя, по-моему. Не, можно, слушай. Мне кажется, что там что-нибудь есть. О, здесь много всего. Броник? Да. Ну, блин, как же долго туда пробираться? И только через эту сторону, походу, дело. Ну, через эту быстрее. О, блин, что-то я не могу пробраться. Слушай, я не могу выбраться. А, не, все. Все нормально. Паникер. Так, и чё? Мы ключ нашли, да? Угу. Нам нужна Балтика. Так, иди первый, я уже там вижу. Сюда, мы не тот ключ нашли. Чё? Машина на меня упала. Серьезно? Я даже не заметил. Я всегда смотрю туда, в ту сторону что-то. Заходи. Там краб справа. О, дверь открыла, смотри. Не закрою пока. Давай осмотрим местность. Блядь!
Подобрал кирпичи, пошли дальше. Видимо, ты вон ту стену так шел и срал опять. Кассета. Это ключ, походу. Ну вон, иди ты там, это, Half-Life значок. Что это за звук был? Там армор даст, надо армор тебе. О, смотри, что тут есть. Я чувствую, я сейчас, короче, это... Зря сюда лезу. Тут очень много вещей, и возьми, тут оружие. Take what you need. Бери то, что тебе нужно. Так, все, да? А, это мы выиграли. Сука! А, блядь! Я просто... Какой пидорас это придумал? Охрененный! Он шикарен, я не знаю! О боже, это так весело! Интересно, почему в Half-Life такого нету? Прикинь, вся Half-Life бы так было. Я посрался, наверное, на первых 20 минутах. И больше бы никогда в жизни не запускал Half-Life. Блин, у меня патроны чуть-чуть закончились. Так. Где там твоя кассета? Че, по второму кругу? А, еще броник есть. Так, ладно, пойдем. Ключ ставим. У нас есть ключ. Уйди. А уже не так стрёмно. К такой хрени привык вроде. Я тоже сейчас не испугался. Ну да. Ну может потому что не, под моим, не перед моим лицом это бахнуло. Но она чуть левее моего лица бахнула. Или правее, я так и не понял. Иди-ка в ванну. О, слышь, класс. Прикольно, смотри. Граффити. Угу. Do not touch my children. Короче, не трогайте моих детей. О... Я здесь. Или я буду охотиться за вами вечно. Тебе не поможет то, что ты там стоишь. Нам сюда. Да, ванна тупая здесь. Че? Не нравится мне такая музыка. Бриллиантовый дождь. А! Он просил не трогать его детей, но мы... Выродки. I will divorce your soul. Он короче, он пожрет нашу душу. Ну я не знаю, что значит devour, я, к сожалению, не помню это. Souls. You will not live your life. Вы не уйдете отсюда живыми, короче. Да, конечно. СВЧиться. Ну и так вроде, к сожалению, бессмертные. О, я ключ нашел. А зачем нам мне ключ? Мне кажется, к счастью. Слышь, на, держи ключ. Мне, я в прошлый раз нес, теперь ты неси. А когда надо нам сейчас обратно идти к синей двери? А где была синяя дверь? А она там была. Там же, где и красная. А, окей, давай. Иди. Нам скажешь, что мы не выживем. Нашу душу заберут. Дедок с ключом. А что за ключ туда я подобрал? Это был ключ от двери. А это ключ от такой двери. Ну, понятно. Ну, типа, да, это ключ карта, это кей-кард. А там просто кей. Типа. Какой-то диск, блин, расплющенный. Да-да-да, есть такое. Сейчас как-то бомбанет. Почему нас сюда-то не пускают? Смотри, здесь тоже ключ есть. Вау. Я тоже ключ подобрал. Нам нужно два ключа. Зачем? Ну, может, дальше. Так, вон туда, вон, видишь? Вон. А, нам туда? Там синий карт. Так. Давай бросим пока здесь. Давай на этот раз ты пойдешь. Че это такое? Это сообщение. Это кусок мяса.
Что ты не видишь? Не, это игра определенно стоит того, чтобы в нее поиграть. Ну да. Ну в чё встал? End is near, конец близко, давайте закончим это. Что там? Следил за нами. Оу. It's your fault. Короче, это ваша вина. Стой, погоди, давай прочитаем. Вы воломились в мой дом, пошли вы нафиг. Мне это не нужно, уходите, уходите. Вы убили моих детей. Вы идете к смерти. Вы идете к тому, чтобы сдохнуть, короче. Почему он нас не любит? Все, подожди. Ну, это не шугануло, как раньше, но... Но все равно неприятно. Но да. Я вообще такой смех, это попутный. Ладно. Что, ну? Я уже не знаю просто, чего ожидать. Поезд, на который на тебя несется. Так, че, куда идти? Я, сука, я никогда не забуду тот поезд. Эс, ты где? Я вышел обратно, я карту за собой захватил. Я в душевой, короче, в раздевалке. Какой душевой? У меня вот эти вот звуки вообще просто... Ка! Мурашки, у меня один такой звук. Че, обосрал? Так, чуть-чуть. Это пострашнее, да, было? Понимаешь, ты услышал звук? Я увидел звук. Прикол в том, что меня даже один только звук пугает. Стоп, ты что сделал? Ты зачем выбросил ключ? А, короче... А, ему нужно принести 3 куска мяса. Неси тот кусок мяса, я знаю, где еще кусок мяса. Ему нужно 3 куска мяса, накормите меня, короче. Кабум. Может, третьим куском мяса, может быть, мы являемся, не? Я только 2 видел. Я вот как бы тоже. А где второй ты видел? Ну, второй там, где это, компы. В офисе, да. Вот он. Я его... А, вот он. Окей. Я чуть-чуть поломал стол просто. Давай ты положишь кусок мяса. Иди, клади кусок мяса. Я положил. Не, вот он, тут. Где? Тут. А, еще один? Да, все, иди сюда. Вон он, кусочек мяса. Это третий. Да, последний, иди, клади. И все! Это все, на что ты способен! Уничтожь сердце, что-то. И открой адские двери. Ну, убейся, короче, открой адскую дверь. Ну ты не убьешь, там вода. Если только на тебя не упаду. Так, так. Ёб твою! Давай, бля, о, он там еще бегает, слышь. То поезда, то еще какие-нибудь. Походу нам его это убить надо. Слышь, чё? Угу. Ну так давай это сделаем. Hide in the walls. Прячьтесь в стенах, там он вас не может настигнуть. Где он? Сейчас он сюда бежит. Ну, мы бессмертны, нам тут. Это да! На какого хрена, кстати, мы бессмертны? Вообще, по идее, было бы прикольно, если бы мы были смертны. Самое страшное, что сейчас может быть, это то, что какая-нибудь фигня будет выскакивать неожиданно. А что если нам не надо убивать его? I'm the creator, I'm hope, you will finish. Да, нам пора идти. Короче, он сказал, что он создатель, он надежда, и вы должны закончить это. А! Ведь она меня дубанула. Тебе сколько патронов?
Ну, еще на пару обоим. Есть магнум. Думаю, что с магнумом. Ага. Думаю, что с магнумом его можно добавить получше. Видишь, прикол был бы в том, если бы мы еще умирали, как бы больше испуг был бы. Это да. От всяких чувак, поездов. Чувак, у тебя опять телефон. Сори. Так, секунду. А, слушай, тут написано, уничтожьте его плоть. Типа вот эти осколки, что ли, уничтожить? Угловые? Ну, не только, они не только угловые. Ну, вот эти, по углам как-то. Ну да. Да, 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 да. Господи. Господи. Не, я просто прочитал этот. То, что на стене написано. Кто бы мог подумать. У меня была мысль до этого еще, что типа, ну не просто ж так здесь эти куски мяса. Я думал, что спрятаться на них можно. Нет, там же сказано в стены, а не... Тиридам-тиридарин. Там по всей видимости еще нам долго здесь с тобой разбегать. В смысле? Ну, судя по видео. Может, они просто не поняли то, что я понял. Вот, последний. Нет, там флеш мясо. А, то есть убили они его быстро, да? Ну да, они как бы сразу на мясо пошли и все. Ну, быстро, короче, бой у них. Вот, прошу. Отлично. И мы появились. Стоп, ты по мне ходишь? Ты где? Да я уже спрыгнул. Опа. Яйца плоть. Короче, нам в яйцо на... Оу! Я чуть там не умер. Хрена их тут. Да не стреляй по ним вообще. Не, ну это будет неинтересно. Надо же как-то их убивать. О, видишь, даже шипы не убивают. Я знаю, только я не понимаю, почему такая фигня. Ай. Так вот, патрончиков у меня уже нет. О, все. Он того и этого. Все. И чё? Не знаю. У меня такое чувство, что эту стену тоже надо ломать. Короче, знаешь, в чем прикол? Но... Прикол в том, что когда мы... А, подожди, сейчас включу. Короче, мы должны были сдохнуть, да? Мы должны были сдохнуть, когда уничтожили это яйцо. Но так как этого не произошло... То есть, ну там сразу конец. То есть, по факту, это конец. Нам. Thank you for playing! Да уйди! You have destroyed! Опять твоя жопа тут. Да, ну, в общем, мы уничтожили зло и... Вот, стой так, не двигайся. Have destroyed the evil and kill yourself. Мы, короче, уничтожили... Да, блин, говорю, не двигайся, чувак. Повернись, как было. Чувак! Так я таки повернулся, как было. Ты у меня наоборот. Так ты не двигайся, не бей меня. Во, отлично. Да, блин. Падла. Пусто зада. Как? Не знаю. Вправо. Во, все. Короче, мы уничтожили зло и убили сами себя. В общем, это прогресс. И он надеется, что это нам понравилось. О, да. Музыка предоставлена тем-то там. Такие дела. Ну, не знаю, мне понравилось, определенно понравилось, особенно то, что ты толстозадый прям надо мной здесь стоишь. Такие дела. В общем, ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Дес, со мной был Перс, и очень было все весело. Да, давайте. До скорых встреч. Удачи. Пока.